Охайо годзаймас, сказал бы вам какой-нибудь японский чернокнижник, хотел сказать, чернорабочий, но а я скажу вам православное намасте, друзья. Это обзор на не самый важный элемент моего музыкального оборудования, но, безусловно, самый эстетически привлекательный. Это гитара LTD ESP MH100 2001 года выпуска приблизительно, еще корейского производства, потому что в 2005 году их стали производить, но не конкретно эту модель, а может и эту, я не знаю, M100, я помню, там была M50, в общем, они все стали производиться в Китае и в Тайване и в прочих супер топ местах. Имеется здесь два хамбакера. Не совсем это, конечно, по законам Митола, потому что датчики-то пассивные, а с активными датчиками звук более резкий и, насколько позволяет мне мой слух, так сказать, скомпрессированный. Ну, это все знают, это две ручки громкости. Ой, две ручки громкости. Одна ручка громкости, другая ручка тона. Ручку тона вообще советую не трогать. Переключатель между датчиками, между бриджем, оба, нек. Ну, всякое мясо играется. Ну, вы это все знаете, я думаю. Но кто не знает, всякое мясо играется. Плевалово, забивание гвоздей и прочие вещи играются на бридже. На неке я играю всякие сырики. А вместе я играю, допустим, на клине. Потому что звучит эта вещь чисто как акустическая гитара. Флойд Роуз. Соответственно, топ-лок. Очень, очень и очень мне они нравятся, потому что благодаря им гитара вообще не расстраивается. Ну и также, как можете видеть, ой, здесь нету, ну, эксперты, конечно, могут видеть, а не эксперты. Не экспертам я сейчас все объясню. Здесь была такая гаечка, которая вывалилась нахер. И теперь этот Floyd Rose, ну, конечно, можно сюда вставить какую-то палку и управлять каким-то образом. Это уже будет из раздела сексуальных перверсий и девиаций. Сзади у нас вот так все это выглядит. Крышечки, кстати, здесь не было. Я ее вырезал сам из юридической утвари, которая у меня осталась из моего прошлого. Конечно-таки пригодилась. Потому что без нее выглядело откровенно не очень. Ну и также скажу, что Floyd Rose я заблокировал. Кто не шарит, здесь такой маятник под этой крышкой. И с обоих сторон я его заблочил, чтобы строй, ой, что-то зацепился, не плыл. Ну, кому не нравится, допустим, топ-лок, можно его снять, снять эти шайбы, снять эти гайки и так далее. Короче, как по мне, это супер удобная вещь, также тем, что здесь есть микро-макро подстройка, как вам нравится, так и называйте. То есть ты поставил струны, настроил их приблизительно, залепил сюда благословенный топ-лок и уже не менее благословенный микроподстройкой ты все это дело подстраиваешь. Гитара супер супер, как это сказать, редко, нет, супер супер хорошо, ладно, скажу так, супер хорошо держит строй и очень долго не расстраивается благодаря вот всей этой конструкции. Я еще слышал, что ставится топ-лок, можно дополнительно его поставить куда-нибудь. Вот. И, блин, заканчивается, короче, у меня память, поэтому я быстрее скажу. На прошлой гитаре, которая у меня была, Фил Про, она такая курткобейновская была, чисто стратокастер с синглами. И там был пластиковый порожек. Так вот, ребята, если вы видите пластиковый порожек на гитаре, вы окольными путями обходите эту порнографию. Это вам потом станет боком, потому что струны, они просто впиваются.
и прорезают в этом пластике отверстие. А потом у вас эти струны, обкалки будут звенеть. Хы, мазфака. И это будет не очень прикольно. В общем, вот такой вот обзор. Гитарка покупалась за 10 тысяч рублей. И это супер дешево, потому что современные аналоги стоят от 20 и выше. Не благодаря кризису, а потому что это хорошая гитара. Вот такие вот дела. О, полигонов не завезли на ноги. Ноги у меня полигона. Итак, дорогие куны и тяночки, подведем некий итог. Вы все слышали сами, звук был записан как с камеры, так и с линейного входа моего компуктера. И я не говорю, что это какой-то волшебный инструмент, который звучит как СМР 2D-тяночки из вашего любимого аниме. Но это некий такой минимум, который звучит неплохо за свои деньги. Вот что я хочу сказать. И я советую вам, если вы хотите заниматься чем-то подобным, не временить с этим, потому что наша жизнь очень коротка. Она нам дана на то, чтобы посылать всяких мудаков, которые говорят, что это все бесполезная трата времени и денег, и для того, чтобы играть и наслаждаться процессом. На этом можно поставить жирную точку в этой истории. И я желаю, чтобы в вашем доме звучало, ну или в вашей голове, если вы сумасшедший, звучала только прекрасная музыка. Ставьте лайки, комментируйте, нажимайте на колокола, но не набивайте их. И всем пока. Удачи!